спектакль вы сейчас ходили? «Царство отца и сына». Скажите, что вам понравилось, что не понравилось? Сценография и игра актеров очень понравилась. Сценография очень так хорошо с тремя цветами, красный, черный, белый, так очень все показано, как бы палаты, настроение именно цветом и светом. И игра актеров, естественно, Сухоруков, Яцко, это выше всяких похвал. А на каких местах вы сидели, как вам было видно? Амфитеатр, ложа третья, очень хорошо сидели. Могли бы вы порекомендовать другим зрителям сходить на этот спектакль? Да. Я считаю, что в Моссовете вообще все хорошо, и ставы во всех видно. Мы намного еще ходили, и везде все видно. И слышно. И слышно, да. Да, да. Есть минус, если так вот можно сказать, Гоша Куценко негромко. Иногда вот... Негромко? Не... Да, его не слышно. Только так вот, минус. Хорошо, спасибо за отзыв.